a great challenge, but I mean, that's the great part about EuroLeague basketball. You know, it's competitive, and you know, we got to play the best of the best, you know, to get where we want to go. So it doesn't matter who we play, no matter who we match up with, we're going to go out there and give it our all. We're going to fight for everything. Да, три испанские команды вылеты, конечно, длинные, но ничего страшного. Конечно, в Испании тепло, замечательно, апельсины на улице, раз вот попугаи летают, но очень далеко ехать. Но тем не менее, тем будет интересен баскетбол против хороших соперников. И я уже повторю, что в Евролиге нет слабых команд. И мне кажется, и для нас, и для болельщиков будет интересно посмотреть на эти матчи и играть против небольших команд. Европа, конечно, я думаю, не пожелаюсь очень сильно. Все собранные команды, которые на данный момент могут выйти, 8 команд, она может Жальгирис, и то, я думаю, дома, вы сами знаешь, как играть, а так Реал, Химки, Барселона, Борис, надо все выигрывать, само собой, и мы всегда будем играть на победу, еще будет игры, будем, как говорится, играть в мегаспоте на важных матчах, я думаю, что зрители придут нас поддержать. Ну да, громкие названия, сильные команды. Но посмотрим, как все будет на деле. Поэтому все будет зависеть от нас. Поэтому будем стараться выйти дальше.